Всем привет! Сегодня новый выпуск из серии «Кассеты Савита». Запечатки. В последнее время чего-то мне не попадались бэушные кассеты, интересные для меня, поэтому остановился на интересных для меня запечатках. И, кроме того, очень много кассет от спонсоров. Все это увидим. Открою выпуск. Вроде бы самой простой обычной кассеты SNC HQ1. Но не тут-то было. Это третий вид такой кассеты. А вообще, я думаю, что существует 4 комплектации этой SNC HQ1. Постараюсь объяснить. Вот самая массовая распространенная кассета HQ1. У нее маленькие треугольные мерседесовские стоперы. А у этой кассеты, которую я приобрел, большие треугольные а-ля ТДК, но это не ТДКовские стоперы. Они очень сильно похожи там на нее. Ну, можно считать, что если увидите кассету SNC с большими стоперами, можно сказать, что у нее ТДКовские. Неважно. Это вторая комплектация. И это не японская версия. Существует, скорее всего, существует такая кассета, сделанная в Японии. Но это конкретно эта кассета 100% корейская. То есть, первая версия, вторая версия с большими стоперами и третья версия, которая есть у меня на данный момент. Здесь крестообразные стоперы, типа Fuji. Тоже все запечатка, вскроем их. Вообще по этим кассетам плюс SoundBreeze будет отдельный выпуск. Из 2 частей, наверное, уже, в которых все досконально разберем и посмотрим. Итого, SNC с ТДКовскими стоперами. Пусть будет так. SoundBreeze тоже с ТДКовскими стоперами. Это 4-я версия. SoundBreeze существует также с маленькими треугольными стоперами, как показывал на HQ1, с крестообразными и вот так, с такими стоперами. Большими. Существует 2 версии. Японская и корейская. Конкретно вот эта, которую вы сейчас видите, это корейская версия. Скорее всего, я еще не вскрывал, поэтому не уверен. Но с вероятностью 90% это корейская SoundBreeze. На японце здесь на коробке написано Made in Japan. И на вкладыше здесь в правом нижнем углу также должна быть надпись Made in Japan. Вот такая кассета в такой коробке с такими стоперами, с этими надписями. Это будет 100% японская кассета. У нее маленько другая лента по техническим параметрам. Ну, отличие только, наверное, в этом. Коробка, вкладыш и лента. И все. Внешне сами кассеты ничем друг от друга не отличаются. Но по этому поводу, повторюсь, будет большой выпуск, в котором все подробно покажу, расскажу. PDM CD90. Это кассета от спонсора. Ну да, я буду называть все-таки, наверное, их спонсорами. В хорошем смысле этого слова. Друзья-спонсоры. От земляка Андрея подарил он мне. Не, он их не подарил. Эту и следующую кассету. Он их дал для того, чтобы я эту кассету вскрыл. Затестировал и вернул ему обратно. Ничего плохого в этом не вижу. Как по мне, прекрасный вариант. Я не напрягаюсь покупать эти кассеты. Опять же, получаю какую-то новую интересную кассету. Скрыл, протестировал, оставил впечатление. С вами поделился. Вернул хозяину. Великолепная тема. PDM CD90. Доставать не буду. Про нее есть отдельный выпуск. Там все посмотрим, либо уже посмотрели. Laser CX90. Кассета второго типа, хромовая. Сделана в Германии. Тоже кассета от земляка Андрея. Запечатка в данный момент. Скроем, посмотрим. Вот видите, как скучно обозревать запечатки. Тем более их коллекционировать. Но это превьюшка-заманушка к тому, чтобы, если кто-то не подписался на канал, и вам эти кассеты, которые вы сегодня увидите,
интересны. Рекомендую подписаться на канал, и вы не пропустите видео про вскрытие всех кассет, которые сегодня появятся в этом ролике. Magna Super Chrome SCR90 The Tape Magna. Покупалась исключительно ради интереса посмотреть. Ее цена 300 рублей запечатка. И на данный момент это самый дешевый хром. И вот интересно, как этот самый дешевый хром себя поведет в нормальных рабочих условиях. Такая вот симпатичная Magna. Кроме того, есть у меня ее младшая сестра Magna Super Ferro SF. Вот заодно их обе вместе, наверное, скрою. Посмотрю, что к чему. Как по мне, очень интересный вариант, даже не вариант, а очень интересный материал для разборок. Magna. Две Magna. Super Chrome и Super Ferro. Ferric или Ferro. Super Ferro. Далее. Четыре кассеты от Алексея из города Тольятти. Огромное ему спасибо, подарил, на мой взгляд, очень интересные, прекрасные и редкие кассеты. Данные кассеты без упаковки, но позиционируются как не вскрытые. У них, со слов Алексея, была нарушена упаковка, вследствие чего он ее просто... Ну, она развалилась, там порвалась, что-то еще. Но он их не открывал, я их тоже пока не открывал. Поэтому... И сегодня в этом видео открывать я их не буду. Для этого будет соответствующий выпуск. Polaroid C90 тип 2 Chrome. Довольно редкая вещь. Я, честно говоря, только на картинках видел такой Polaroid. В целом, кассета Polaroid. Внешне, конечно, она сама по себе кассета, ну так, на троечку. И хром такой рыжий. Косит, как говорится, лиловым глазом. Ну, правда же, хром написано, да? А внешне, вот видите, она ну, коричневая. Но все будем смотреть позже. Polaroid C90. Вторая кассета от Алексея из города Тольятти. Memorex CD. CD в квадрате. 110 минут. Кассета от SKC, и в принципе и корпус у нее SKC-шный. Тоже хромуля. Я ее открывал, у нее, по-моему, была проблема с коробочкой, она была какая-то такая со сколами, которыми чуть не порезался. Но я ее аккуратненько открыл, подточил, убрал все заусенцы, пока вот так. И давайте достанем, раз уж я все равно ее открывал. Кассета, вкладыш, вернее стикер и вкладыш. Такая вот незатейливая комплектация. Сама кассета в магнитофоне еще не бывала ни разу. Все это будет позже. А пока просто Memorex CD в квадрате 110 минут. Третья кассета от Алексея. Радио Shack SHD Super High Definition 110 минут. Кассета не открывалась. У нее была повреждена упаковка. Алексей ее не трогал. Я, соответственно, тоже пока решил ее не открывать. Вот держу себя в руках. И не открываю ее. Кассета, как вы понимаете, сделанная Maxell для бренда Radio Shack. Зачем, почему, пока не знаю. Все будем изучать чуть позднее. А пока просто посмотреть на кассету Radio Shack. И четвертая кассета Maxell Communicator Series. Давно я на нее смотрю, на Авито. Все думал брать, не брать. Но вот пока думал, мне ее подарили. Так что, как говорится, мечты сбываются. Главное о чем-то думать. Надо теперь думать о чем-то другом. Ладно, пока еще не придумал о чем. Maxell Communicator Series позиционируется как кассета для
ну так, промышленного использования, типа она не обладает какими-то высокими акустическими данными, но у нее более повышена надежность самой ленты. Используется в громкоговорителях, допустим, в метро, остановки объявляют, какие-то там передачи на заводах, где-то еще. Это пока домыслы, я особо тему эту не гуглил. Так поверхностно в Телеграме мы эту кассету изучили. Кстати, да, у меня же есть Телеграм-канал, на который вы всегда можете подписаться. Если вам что-то не понравится, вы сможете отписаться. А нас там уже почти 200 человек, и каждый день какие-то вопросы интересные, неинтересные мы обсуждаем. И да, нормальный коллектив у нас в Телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка на Телеграм-канал в описании к этому видео. Всем всегда рады, никого не обижаем. Welcome. А это кассета Maxell, коммуникатор Series 120 минут. Далее и до самого конца выпуска кассеты от отличного продавца Григория, продавца кассет на Авито. Если вы интересуетесь запечатками за, ну, в общем-то, не то чтобы гуманную, за правильную цену, да, я скажу так, наверное, за правильную, честную цену, то рекомендую вам зайти на его профиль, на профиль Григория. Ссылка на его профиль в описании к моему видео. Посмотрите, может быть, кого-то что-то заинтересует. Вообще рекомендую подписаться на его профиль, тогда вы не пропустите его новые объявления. Я именно так и сделал, и поэтому, ну, уверенно говорю, что да, его цены, Григория, одни, да что одни, самые низкие на Авито среди аналогичных кассет. То есть, к примеру, вот этот пирматон ниже, чем у него, а я купил ее, дай бог памяти, за 800 рублей. Я ни у кого такую кассету не видел. Соответственно, могу сказать, что стоит она дешевле, чем у других продавцов. Aqua LNX. Ну, конкретно это Aqua. Продавалась с хорошей скидкой. Кстати, и скидка великолепная была. Почти 30% от цены на идеальную кассету. Конкретно у этой Aqua, вот по центру, если видите, какая-то точечка. Это не пойму, то ли на упаковке проблема, то ли там, может быть, сама коробочка подбита. Меня это мало волнует. Самое главное, что скидка была, как уже сказал, почти 30%. И обошлась она мне в 1000 рублей. Именно этот экземпляр. Ну, неплохое предложение, я не смог от него отказаться. Мне все понравилось. Или вот Sony FX1. 300 рублей за запечатку. Причем это не корейская. Вот я специально, это я не покупал у него, это была у меня. Это вот корейская сайхановская кассета. А это от Григория FX1. В толстой коробке. Все дела. Сама кассета отличается от Саихана. Как она по ленте, не знаю. Я специально их вместе и положил, чтобы потом парой вскрыть и посмотреть, отличаются они друг от друга или нет. Но я думаю, что отличаются, потому что у меня, по-моему, есть и такая бушка, а такая точно есть. Но, тем не менее, вот 300 рублей за Соньку довольно редкой серии FX. А как вам такая ТДК SAX? Да, сломана коробка. Но коробок у меня таких много. А сама кассета, ну, наверное, рублей 500 она мне стала. Может быть, чуть меньше. Но даже если и 500 рублей, то учитывая, что уже бэушные продаются по цене там от 400 рублей. Именно такие вот ТДКшки. То здесь запечатанная кассета за 500 рублей, пускай и с коробкой на выкид. Но это ведь небольшая проблема, коробка. Вот такие интересные есть предложения, цены у Григория. Maxell 90 минут. Давно я хотел эту кассету. Я знаю, что это за кассета, иллюзий не строю. Но я именно такую Maxell и хотел. И нашел я только у него.
по цене, которая меня устроила. Да, они на Авито есть, но просят какие-то там 400-500 рублей. Да побойтесь бога, какие 400-500 рублей за такой Максел с одной буквой L. Почем я ее купил, не помню. Ну, не больше 200 рублей, по-моему, так было. И то, может быть, даже она досталась мне бесплатно. Потому что взял много кассет, была скидка, может быть, она обесценилась. Очень интересно, хочу ее посмотреть. Да, прогноз по ней у меня, конечно же, есть. Озвучивать его пока не буду. Все это увидим в соответствующем видео. Максел, 90 минут. И самое интересное в сегодняшнем выпуске кассета, сугубо на мой взгляд, это Memorex MRX 3 Oxide. Давно я вокруг нее ходил кругами. Все она не попадалась мне по цене, которая бы мне понравилась. Но, повторюсь, у Григория я ее нашел. Да, сама упаковка, как вы видите, уже потрепана сильно. Но, как вы знаете, я не собираю запечатки, поэтому абсолютно без разницы, в каком состоянии у нее упаковка. Сама кассета, как видите, безупречна. Но вот состояние внешней вид ленты мне уже, честно говоря, не нравится. То ли она там плохо намотана, то ли еще чего. Очень интересно будет ее вскрыть и посмотреть. Memorex MRX 90 минут. Кстати, у нее коробка такая, как у МКшек, выкидная. Как правильно назвать, не знаю. Наверное, да, правильно, выкидная. Итого 6 кассет от Григория. Как уже говорил, считаю его самым лучшим, самым правильным продавцом кассет запечаток на Авито. Сомневаетесь, зайдите в его профиль, а ссылка на него в описании к моему видео. Откройте любое его объявление о продаже кассет и сравните его цену и цену другого человека, но именно на такую же кассету. Я думаю, что вам многое станет понятно. Спасибо, Григорий, за великолепные кассеты, за хорошие цены. Надеюсь, наше с тобой общение продолжится и в будущем. На этом сегодня все. Наверное, выпуск получился коротким, но сами понимаете, запечатки не оставляют шанса для длинного интересного видео. Поэтому подписывайтесь на канал, если интересно узнать, как эти кассеты выглядят без упаковки. Все посмотрим, все пощупаем, послушаем. Спасибо за внимание еще раз. До новых встреч. И самое главное, не болейте.